В начале 90-х в России остро встал демографический вопрос. Уже тогда убыль населения перевешивала прирост, и в стране была создана Ассоциация репродукции человека. Инициаторами стали ведущие специалисты самых разных областей медицины, которых объединяет одно – они борются с бесплодием. Спустя почти 30 лет единственная в стране организация такого профиля совместно с иностранными коллегами устроила настоящий конгресс. Площадкой стал Приморский перинатальный центр, а в числе гостей – лучшие эмбриологи, акушеры и гинекологи. То, где вы присутствуете, это семинар для клиницистов, для врачей. А есть еще аудитория, в которой собрались эмбриологи. Потому что вот преодоление бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий – это достижение двух специальностей. Это врач и биолог, а точнее эмбриолог. В ходе дискуссии врачи и ученые отметили, что несмотря на наступление 21 века и повсеместное информирование, в обществе по-прежнему присутствуют стереотипы и предрассудки, особенно в такой интимной области, как зачатие и рождение новой жизни. Впрочем, даже в России, говорят практикующие специалисты, семьи выстраиваются в очередь, чтобы заиметь ребенка. Очень востребовано. То есть вспомогательные у нас на сегодняшний день только по ОМС. В Приморском крае запланировано 490 процедур в год. И да, вы не ослышались, подобные высокотехнологичные процедуры квотируются государством, что не может не радовать, особенно семьи с невысоким достатком и огромным желанием иметь детей. Кроме того, приморский специалист в этой деликатной области медицины озвучила факты, которые ломают представление о бесплодии, как явлении. Это, в общем-то, достаточно востребованная технология для женщин с бесплодием. К сожалению, вот эта проблема у нас достаточно актуальна. Бесплодие и женского, и мужского. На сегодня женское и мужское бесплодие у нас пополам. То есть мужчин с бесплодием ровно столько же, сколько женщин. Здесь масса причин от экологических проблем до стрессов и нелеченных в детстве и в юности различных заболеваний, как эндокринных, так и инфекционных. Одним из почетных гостей Конгресса стал британский профессор, президент Международной ассоциации по борьбе с бесплодием Ричард Кеннеди. К сожалению, съемочной группе 8 канала не удалось побеседовать с ним лично. Он был сильно занят, отвечая на вопросы аудитории, костяк которой как раз составляли врачи и эмбриологи. Откуда у иностранных коллег столько инициативы пообщаться с российскими коллегами на этом фронте, нам все-таки рассказали. И даже прояснили некоторые особенности подхода к этой теме в других странах. Значит, бесплодие во всем мире признано как болезнь. И, скажем, в таких странах, как Израиль, скандинавские страны, Швеция, Дания, 100% оплачивается. Вообще разговоров нет по поводу того, квоты, еще чего-то. Нет даже очередей. Это все оплачивается и исходит из того, что заинтересовано государство иметь детей. Региональная конференция с участием двух крупнейших организаций по борьбе с бесплодием продлится еще 2 дня. Запланировано еще с десяток лекций, дебатов и семинаров, причем как для специалистов, так и для обычных граждан, кого не на шутку интересует вопрос, как подойти к рождению детей с умом. Евгений Черемухин, Алексей Заровный, Новости на Восьмом.